Первоначально карантин был установлен в Адыгее с 21 по 31 января 2016 года включительно. Однако позже, в связи с превышением эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также учитывая тот факт, что большинство заболевших были дети школьного возраста от 7 до 14 лет, санитарно-противоэпидемическая комиссия при правительстве Адыгеи решила продлить карантин еще на 3 дня, до 4 февраля. По данным филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея в Шевгеновском, Кашхабльском и Геогинском районах, в Кашхабльском районе на сегодняшний день зарегистрировано 327 случаев острых респираторных вирусных инфекций, 30 случаев гриппа AH1N1 и 43 случаев небольничной пневмонии. Заболеваемость детей в районе невысокая. Напомним, что с возобновлением занятий 4 февраля школы перейдут на особый режим. Среди наиболее важных мер – утренний фильтр перед входом в школу, когда учащихся будут расспрашивать о состоянии здоровья, мерить температуру. Если состояние здоровья нестабильное или вызывает опасения, школьник не допускается к занятиям. Еще одна мера – комплекс мероприятий по дезинфекции, куда вошли масочный режим, обязательное проветривание классов и коридоров, бактерицидная обработка воздуха в школах, временная отмена кабинетной системы и мониторинг заболевших.